Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня у нас уже третье видео по вязанию в стиле patchwork. В первом видео мы с вами связали вот такой вот треугольник с ровным основанием. Во втором видео мы с вами научились вязать вот такой вот квадрат. Вот он у нас. А в этом видео мы с вами научимся соединять детали. То есть я вам покажу, как это делать, не отрывая нить. Если кто хочет, некоторые рукодельницы вяжут отдельными элементами, квадраты, треугольники, потом все сшивают либо крючком, либо иголкой. Я вам покажу, как связать, чтобы не отрывать нить. Вот этот наш квадратик, который мы вязали. Вот эта петелечка. И мы продолжаем вязать дальше. Мы будем набирать петли из кромочных. Вот таким вот образом. У нас должно быть, мы вяжем квадраты по 10 петелек, у нас одна сторона. И 11 петелька у нас центральная. 2 петельки у нас уже. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот у нас как раз 10 петелек идет одна сторона, и теперь мы дальше уже набрасываем 11. Это у нас будет центрально. Как вязать дальше квадрат? Значит, вот, смотрите, мы опять должны набросить 10 петелек. То есть 1 центральная и еще 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, мы набрали и вяжем. Первый ряд у нас изнаночный. Всегда начинаем с изнаночного, чтобы у нас было одинаковое количество петелек в квадратиках. У меня шуршит леска по столу, извините. Провязываем здесь все петельки, потому что если мы эту не будем провязывать, она у нас, видите, какая хлипкая. Все провязываем полностью до конца. Последняя петелька у нас идет кромочная. И переворачиваем вязание на лицевую сторону. Теперь мы провязываем 10 петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Теперь 10, 11 и 12 мы провязываем 3 вместе. Точно так же, как мы провязывали. Три вместе и опять оставшиеся петелечки провязываем до конца ряда. И кромочная. Вот видите, как у нас получается. Вот у нас центральная петелька. Изнаночный ряд. Все петельки изнаночные. Центральную петельку мы снимаем, не провязывая. Вот наша центральная петелька, мы ее снимаем, не провязываем, и вяжем опять до конца. Вот. Теперь опять лицевой ряд, я провяжу за кадром, покажу, что мне получилось. Вот я довязала свой второй квадратик. Вот так вот они выглядят. Вы можете
располагать квадратики вот так. Вот так, как вам будет угодно. Я в своем топе, в своей маечке располагаю вот так, чтобы центральные вот эти линии у меня смотрели вверх, были расположены вертикально. Теперь я вам еще покажу, как вот вязать вот этот треугольничек. Вот он у меня, боковой. Вот. Ну, нижний этот я уже не показываю, есть в первом видео у меня. Вот мы довязали с вами. И набираем точно так же петелечки. Это у нас уже считается как первая. Набираем из кромочных. Вот вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Теперь нам надо сделать 11-ю центральную петельку и 12-ю кромочную. То есть всегда еще плюс 2 петельки. Одна центральная и одна кромочная. Так как мы вяжем треугольник. И теперь мы вяжем все точно так же, только с одной стороны. Кромочную мы снимаем. И дальше все петельки изнаночные. Последняя петелька кромочная, провязываем тоже изнаночной. Теперь лицевые петли. Оставляем в конце 3 петельки. Первые 9 мы провязываем. Все, последние 3 петельки мы будем, это у нас кромочная вот эта, а этим провязываем 2 вместе с наклоном вправо. И кромочная. Поворачиваем вязание. Кромочную мы снимаем, не провязывая. Вторую петельку мы снимаем нить перед работой. Все остальные мы провязываем изнаночными. И кромочная. Лицевой ряд. Кромочную снимаем, провязываем, не довязывая 3 петельки до конца. Вот они у нас. И опять 2 петли вместе с наклоном вправо и кромочная. И мы вот уже видим, вот у нас уже вырисовывается косичка наша, вот эта вот она. У нас все косички вот смотрят вверх, и это тоже будет смотреть вверх, у нас тут будет треугольничек. Первая кромочная, вторую мы снимаем не провязывая, остальные все изнаночные петельки. Последняя кромочная. Следующий ряд все лицевые. Не довязываем 3 петельки. Вот наши 3 петельки. 2 вместе с наклоном вправо. И кромочная. Вот уже хорошо видно. Теперь мы будем делать рисунок. Первую снимаем петелечку, узор вернее. Вторую мы снимаем, не провязывая нить перед работой. Оставшиеся все петельки у нас лицевые. Последняя кромочная. Кромочную снимаем, 2 петельки вместе с наклоном вправо. Накид, опять 2 петельки вместе. Накид. Теперь смотрим. У нас 3 должно остаться. Поэтому здесь мы уже просто провязываем лицевой и затем 2 вместе и накид. Кромочную снимаем, петельку следующую снимаем, нить перед работой, все остальные лицевыми петлями, накида тоже лицевыми. Кромочная.
Все, ажурная дорожка у нас уже сформировалась. Дальше мы вяжем, как обычно, в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных, изнаночные. Так, лицевой ряд, 3 петельки мы не довязываем. 2 петельки вместе, третья кромочная. В изнаночном ряду тоже все одинаково. Кромочную снимаем, следующую петельку снимаем, не провязывая нить перед работой. Все остальные у нас изнаночные петельки. Последняя кромочная. Лицевой ряд. Вяжем все лицевые, не довязывая 3 петельки. Вот они, 2 петельки вместе с наклоном вправо и кромочная. Треугольник у нас, смотрите, как быстро вывязывается. Кромочная, вторая петелька снимаем, не провязывая нить перед работой. Все остальные у нас изнаночные. Последняя кромочная. Лицевой ряд. Оставляем 3 петельки, 2 вместе. И кромочная. В изнаночном ряду первую петельку мы снимаем. Вторая у нас идет, тоже снимаем нить перед работой. Остальные изнаночные. Лицевой ряд. Тут у нас 2 петельки уже. Так, 2 петельки вместе и кромочная. В изнаночном ряду кромочную снимаем, вторую мы снимаем нить перед работой, 2 последние мы провязываем. Лицевой ряд кромочную мы снимаем, 2 вместе с наклоном вправо и опять кромочная. Изнаночный ряд, первую снимаем, вторую снимаем нить перед работой и кромочная. И когда у нас остается 3 петельки, мы должны все 3 петельки провязать вместе и эту кромочную тоже. Я делаю вот таким вот образом. Вот, мне надо перевернуть вот эту вот петелечку. Вот, вот таким образом. Вот. Чтобы у меня вот это было вверху. Все, вот наш треугольник. Вот он. Видите, вот это наша центральная. Вот так вот это все выглядит у нас. Теперь, если мы будем вязать опять отсюда ряды, нам нужно обрывать ниточку. Иначе у нас будут уже тогда вот эти петельки смотреть в другую сторону. Если мы будем набирать здесь, мы можем набрать здесь. Но тогда нам надо будет набирать наоборот, чтобы вот эта косичка у нас не оказалась на лицевой стороне. То есть мы будем набирать вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот. Видите? Если кому не важно, в какую сторону будет смотреть косичка, центральная вот эта, то вы можете, не отрывая нить, дальше продолжить вязание. Вот так вы набираете. Вот, набрали. Вот, видите? А еще тут вот есть. Так, вот это наша центральная. Мы в нее обязательно, чтобы у нас была косичка непрерывная. Вот она, видите? Вот эта косичка. И дальше уже будете вот так вот набирать. Таким вот образом. И можно вязать следующий квадрат. Вот так. Но я так не делаю, мне не нравится. Мне надо, чтобы все петельки смотрели вверх. Вот эти вот. Поэтому я тут обрываю нить и начинаю вязать вот это полотно следующее. Вот так вот. Сейчас я вам покажу немножко. Вот, видите? Вот здесь я вяжу.
Вот, я сначала вязала этот треугольник, потом к нему вязала вот этот, потом здесь я оборвала нить, начала вязать вот этот треугольник, после него я связала этот квадрат, потом вот этот квадрат и вот этот треугольник. Оборвала нить, связала вот этот треугольник, вот этот квадрат и вот этот квадрат. И вот сейчас у меня еще вот осталась нить. Вот тут у меня уже желтая, поэтому я вот отсюда отмотаю вот эту еще зелененькую и продолжу вот от этого моточка. И вот на большом полотне я вам сейчас вот покажу, как я набираю, вот когда у меня вот так получается, точно так же, как и на маленьком. Вот это у меня уже идет первая петелька. И дальше вот 2, 3, у меня 30 должно быть, 4, 5, сейчас ближе покажу. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Обязательно пересчитываем 1, 2, 3, 4. Двадцать девять, тридцать. Так, теперь вот видите, вот это центральное. Я обязательно в нее вот таким вот образом набираю еще. Смотрю, куда бы мне. Если не получается, я беру крючок, если спицей неудобно. Вот. И дальше начинаю опять по вот этой стороне. Опять набираю из кромочных 30. Если вы все вяжете правильно, то у вас получается ровно такое же количество петель, как у вас было в предыдущем квадрате. То есть если у меня 30, 30 и 1 центральная, то у меня из кромочных тоже получается 30, 30. И центральную я обязательно беру вот из этих дорожек, чтобы у меня было красиво. Вот тут точно так же, видите, вот здесь на краю тоже у меня идет вот эта вот дорожка, и следующий треугольник вот тоже я из вот этой вот петелечки достаю. Так, давайте посчитаем. 2 3 4 5 6 7 8 9 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. И вот здесь вот 30. Вот, 30. Все. И теперь я дальше поворачиваю свое вязание и буду вязать изнаночным рядом. Все, вот так вот у меня получается. И когда я все закончу, у меня вот здесь будет еще один мой квадрат. Все, немножко. Вот, получится. Вот здесь еще один квадрат. И тогда я начну уже вязать отсюда. Вот сейчас вам покажу. На вот этой вот. Вот я сейчас нахожусь. Вот здесь буду вязать вот этот вот
квадрат. Здесь, видите, я не делаю ажурные дорожки, сделала только первую, тут не делаю, потому что я еще точно не определилась, где мне будет перед, где спинка, и не хочу, чтобы у меня просвечивалось белье. Ну и, соответственно, такой не так будет вытягиваться под весом. Тут у меня бретельки будут. Вот так вот у меня вяжется. В следующем видео я вам уже покажу, как мы будем соединять детали. Возможно, здесь нам придется еще довязывать какую-то полосу. Я померю, как надо чуть-чуть расширить полотно, не надо. Там уже будет видно. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайк. Вяжите вместе со мной. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Не забывайте, что я участвую в совместном проекте Patchwork с Юлей и Аленой. Внизу я вам обязательно оставлю ссылочки. Также оставлю свой Instagram. Там вы можете посмотреть фотографии. Также там есть у нас под хэштегом Patchwork с Юлей и Аленой. Можно посмотреть фотографии других девочек, вдохновиться. Может быть, кто-то захочет связать точно так же. Там есть очень интересные работы. На этом все. Вяжите вместе со мной, ставьте лайк. Всем пока!